Ну, а ко сам пошел гор, найду свою маму гор, и меня та человек, ке не было тега моста, ке был пожган, меня припели на другую сторону, и не сам шел гор, смешла с моей мамой, затем я с украденным колесом, мама за своим колесом, грима тука и гор по Задрички долине. Прямо у телестре, у теле, у стегаля жлака приблизно, этих 8 километров, се припеляма гор, me ostavio partizani. Me ostavio partizani in pravi, kaj ti, švabski soldat, si se sprobleku partizana, danes je pa partizan, bil si švabski soldat in danes hoče, da priješ v svobodno Slovenijo, Jugoslavijo. Sem rekel, čuj, čuj, ti pa potegne samo kresla vorber in ga bi наставил, мама се начала юкать, и бы меня там устрелили, че бы маме не было, кер я твердил, да сам я убил энга партизана, сам се облеку партизанску облеку, немшку облеку сам по врагу стран, кар то не рез. Я сам стопил 43 лета в партизане, мам все документы, лахо вам докажем, и так сама лепо пошла домов, то е было 16 мая, до полдан, могуче еже было по полдан, сам пошел я стукали на кропу. На кропе я было так, пач по войне, людей не было, и я сам шел назад, в целье, в целью с тем колесом, нашей бригады не было веч. Бригада Месяч мне па реку, некий, вем, само то не бом трдил, кер не вем точно, Месяч мне па реку, некий се слиша, да во се ми умакли с целя. И не се реку, добре, че се бъде умакли, па че ше би мене не бло, просим, пусти ми едно писмо, тук е ля прателя женички, бла па една стара женичка, мура да е такрат мила ених 60-70 лет, не знаю, сколько я имела. И я прием назад с колесом, спет с этим колесом, прием назад, и добим то письмо. Правый мали, я с ним имел партизанское имя, не знаю, за кое мне дали мали имя, сам был рез небольш тут против малих. Правый мали, мы шли в Загреб, в Максимир.